Так, всем привет. Продолжаем движение. Вторая серия. Волгоград. Пятигорск. Ну, не знаю, надеюсь. Надо было вообще на самом деле давно это сделать. А я что-то проскочил, все. Что-что? Еркенинский? Ну не знаю, у меня, видимо, маленький, мне не показывает его. Вон, шинмер показывает направо 7 километров. Слышишь? Инженер. Да, поворот на него проехал. Вот впереди еще какие-то указатели на заправку, отдых. А, этот телефон и больница. Но тоже, блин, 15 километров. Но это, видимо, уже вот как раз-таки в Китченерах. Там сильно увеличил, что ли, или наоборот уменьшил, что не видно ничего? За китченерами или до китченер? Да нет, не прошел. Вот они впереди у меня через... Большой вообще нет, больше китченер. Больше китченер нет. А, не, ну я не буду. Я от трассы съезжать не буду. Блин, у меня одна фара не горит. Лампа ближнего света одна. На заправку заезжал, завелся на этом и в отражении увидел, что одна горит, одна нет. Сейчас, секунду. Машин нету, на встречу есть, а у меня походу нету.
Ну да. Не, ну светло, время-то час дня. Здесь разница не такая большая. Это я вчера в поезде перепутал, когда спрашивал там типа Юлька дома, не дома, ну там встретить, не встретить ее. А время уже было 9:30, по-моему. Какой-то город, я не знаю. Это и есть, наверное, Кичинеры. Слышно меня? Вот, ну ладно, пап, я сейчас попробую здесь что-нибудь найти, где колеса подкачать, и перезвоню, если что. Ага, давай. Федеральная трасса Р-221, маршрут Волгоград-Пятигорск. Справа по ходу остались Кичинеры. Примерно в километре от трассы. Здрасте, подскажите, пожалуйста, а колеса можно где-нибудь подкачать? Чуть дальше, да?
слева по ходу, примерно в километре Гаджуру. Да, погодные условия так себе. И туман, и дождь. Конечно, туман и дождь скрывают реальную картинку, но условия движения вполне комфортные. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 40. Полотно дороги хорошее, разметка тоже нормальная, инфраструктура и заправки, и места для отдыха. Вот картинка, конечно, не очень такая привлекательная.
Да, видимость, конечно, очень плохая. Метров 100, не более, даже меньше. Пейзажа не видно, ничего не видно. Да, видимость, конечно, очень плохая. Метров 100, не более, даже меньше. И края нету этому туману. Дальнобойщики общаются. Так, около 30 километров до Элисты осталось. И время прибытия показывает 18:52. Чуть меньше полпути пройдено. Thank you.
называется вода. Спасибо, что были на корабль. Не с нами поехал на корабль. Ну, ничего, в следующий раз с тобой поедем. Ну, конечно. Ночью отправимся в экспедицию. Искать клады. Ну да. В нашем мешке. Волшебном мешке. Да, хорошо. Наш мешок черный, как пещера. Ну да. А наружу он как весь черный, как пещера. Мне нравится. Что там, мишка, покажи? Да. Пошла. Клады зеленые. Thank you.
ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 40. Так, закончилась у нас Троицкая. Thank you.
Да, привет. Что? Что еще раз до этого? Ты что говорил, я не расслышал. Ну, вроде да, вроде слышу. Я просто на громкую тебя поставил, чтобы этот навигатором пользоваться. Меньше 10 километров. Впереди камера. Ограничение 60. Ну, туман, да, туман еще есть. Движение, ну так, две полосы, машин вроде, ну, немного. Сзади не вижу никого, впереди две машины. Ну да, да. Ой, все так же. Что? Ну да. Да-да-да. Ну, здесь этот просто пост ГАИ и стоп-линия этот. Обязательно остановиться нужно. Фу, и что-то запах какой-то. Да-да-да, я здесь. Запах какой-то на улице противный. Ну, может быть. Вот чем-то таким и пахнет. Ну, я ему звонил вот после разговора с тобой. Узнал, где он, что он. Но он, короче, пока дома. Ждет брата, чтобы съездить, закупиться в магазин для этого стройматериалов. Вот, а скорее всего завтра поедет к другому брату. Что-что? Ну да, что-то я посмотрю, как-то не это, не горит желание. И этот пришел ответ от лицензии, что все, 100% как бы аннулировано. И нужно все по новой делать. Да. И нужно все делать по новой. На самом деле там сорвалось, по-моему, уже. Ага. Ну, мне-то до четверга. Ехать. Не, не взял, негде. Да какие же 6 часов? Показывает 3:53. Да. Ну, что-то это увеличивается время прибытия, уже показывает 19:03.
Ну да. Он просто пробки же еще рисует. Ну да. А они могут либо увеличиться, либо исчезнуть. Не, вообще пусто на дороге. Что такое? Ну, что-то никого не вижу, чтобы к кому там пристроиться, с кем ехать. Либо по другой... Ну, хотя, ты знаешь, навстречу-то проехало, я не знаю, машин 10, наверное, может, больше. Ну, сейчас 87. Да не, нифига. С чего ему улучшаться-то? Стараюсь, не получается. Да. Да не, не разговариваю, что с ними говорить. Вот еще две проехали навстречу. И одна где-то далеко-далеко впереди нарисовалась. Вот буду догонять сейчас или. Да. Попутная. Попутная фура, да. Да, мне кажется, поменьше. 70 может. Что еще раз? Ну, уже, ну, вот как-то непонятно. Уже вроде просыхает, может быть, даже просохло уже. Да, мне кажется, уже сухое. Да что, степи до поля. Ну да. Да, пишет. Шестой час пошел в записи. 5:01 показывает. Ну да. Да не, хватить-то должно. Вон даже вторая фура на горизонте нарисовалась.
Не, попутная, попутная. Да не, ну какой гонили? А? Ну да, да. Уже не в радость, да, эти занятия. Слушай, если их не оплачивают, что ты не хочешь их в общую группу? Не отдельно с ними заниматься, а в общую группу. В школу его, что ли, притащил? Ну да, есть такие, продаются. Ну ладно. Это будет плохо. Потом отремонтируем. Да, 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 и нужно все делать по новой. Ну да. Ой, не знаю, ну вот вернусь, и надо будет разгребаться, разбираться. Я думаю, что около недельки, наверное. Плюс нужно будет сразу вторую машину еще делать. Вот за которую он поедет к брату. Нужно будет сразу и сразу ее еще делать. Че, как там дома? Тихо, спокойно. Дома тихо, спокойно. В окошко выглядываешь, нет? Впереди город. Ограничение 60. Так, все, я въехал, въехал в Элисту. Въехал только что. Туманище, не видно ничего. Ну да. Да не, вроде через город ведет. Да побольше.
Да. 335 показывает до места. Да, и по времени показывает 4 часа 21 минуту. Да. Ну, около 7 вечера по местному, по Москве около 6. Ну, да, светло. Ну, а что, время-то только 2:30. Вон, до Ставрополя 280. Ну, и Пятигорск дальше на 50 получается. Что-то вот вроде бы в городе еду, в Элисте, но что-то не вижу ни домов, ничего. Может, не доехал? Ну, наверное, да. Что? Ну, здесь, я не знаю, здесь 2 градуса показывает. Вот я через город и еду. Надо остановиться где-нибудь, залить незамерзайки воды. Да, что-то не обратил внимания. Вот у меня сейчас круговое движение, и мне направо надо. Да. На улицу Буденного. Однополосная, одна в одну, одна в другую. Да, вот она идет опять через центр. Да, я вот по Буденного, потом вот улица 28-й армии и на выезд из города. Физкультурная. Аршанская. Да, вроде да, спокойная, тихая, размеренная. Из города выйду, наверное, сразу заеду за... Ну, либо не за мерзайкой, либо за водой. Надо что-нибудь залить, потому что пользуюсь много. Не, я уже свернул на Буденного свернул. Угу. Ну, не знаю, меня так навигатор повел. Нет, нету. Много. Долго.
так прилично встречаются везде. И на трассе, и перед городом, и посты. Я вот все высматриваю какие-нибудь автозапчасти, что-нибудь такое, чтобы этот не замерзайку купить. Просто... Где? Ну, на заправке, блин, втридорога. Не, я уже по этому, уже по 28-й армии. 28-я армия. Так. Более того, я сейчас уже с нее сворачивать буду на физкультурную. Этот нужен какой-нибудь автозапчасти, что-нибудь такое. Ну, не знаю, буду высматривать. Да. Так, уже не физкультурная еще пока. Алло, ты здесь? Алло. Да, я просто телефон выронил. Нет еще. Вот видел только что этот незамерзайку на трассе. Но, блин, они за наличку, а у меня на карточке. Так, вот не знаю, что это такое. А, реку будем переезжать. Да. Как? Копылья палка. Готово. Да. Но туман все еще есть. Я не знаю, в Элисте постоянно так нет. Слушай, Элиста — это вообще какой край, область, чего вообще? Калмыкия. Калмыкия? Ага. Ну вот, есть какой-то магазин, заеду сюда, солнышко. Давай я перезвоню, ладно? Да, давай. Ага. Да. Хорошо, давай.
магазин «Солнышко». Короче, там нифига. Нету там ничего, говорю. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 3. Ну, не знаю, что, вот реально придется, наверное, на заправке, как попадется какая-нибудь заправочка. Солнышко, нет, там не детское, там продукты, вот это вот, но он небольшой. Одна комнатка просто. Ну все, я уже из города-то практически выехал. Поэтому уже навряд ли что. А, не практически, а уже выехал. Направо, по-моему. Вот проехал Аршан. Да. Бурата где? Где Бурата?
знаю, какой левый поворот. Вот сейчас проезжаю левый поворот. Здесь много левых поворотов. Аршан я уже проехал. Особо большая, одна полоса туда, одна обратно. Нет, так дорога нормальная, ровненькая. Ну, Ставрополь у меня очень не скоро. Погоди, а я Ставрополь боком обхожу, я не через него. Да. Дорога у меня 85К6. Разные дороги смотрим. Кого? Блин, а что-то не обратил внимания. Поворот на Бурата 2. Блин, все грязное, стекла грязные, зеркала грязные. Вокруг туман. Как ехать, фиг его знает. Попробовать догнать кого-нибудь, уцепиться за ним и катиться спокойно. И так крайне редко. И то встречные. Бурата 2. Да когда этот Аршан проезжаешь, следующий, по левую сторону. Ага. Мне пока показывает через 92 километра круговое движение.
сейчас могу уменьшить, посмотреть. Вообще, да, через Первомайский ведет. Блин, я уже так давно в тумане еду. Не знаю, метров 100-150, вот может быть где-то так. И причем он что-то не собирается заканчиваться. Вот там, клиент говорит, что там у них все ясно, сухо, все хорошо. А у меня здесь что-то как-то еду, блин, и все одно и то же. Ну да, еще 315 до места. Да-да-да. Что-то перевернулся, что ли? А, не, просто засыпает. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Пост весового контроля.
Так, трасса 85К-6. 85К-6.